Жители Архангельска вышли на всероссийский субботник. Десятки территорий стали чище, а помогали в этом не только грабли и метлы, но и песня. Все увидел Аким Самедов. Эко-инициатива с вековой историей. Ударные субботники – характерная черта еще до военного времени 20 века. Спустя столетия уборка в выходной день по-прежнему имеет общенациональный характер. За грабли и метлы берутся целыми семьями и трудовыми коллективами. Субботник важен тем, что все люди собираются вместе, делают благое и единое дело. Город становится чище, в нем приятнее находиться и гулять, соответственно, и с детьми проводить время. Наши дети работников тоже сегодня пришли нам на помощь. Под песню и работать веселей. Народный хор подбадривал сотрудников бюджетных учреждений, которые решили выйти и поработать всем коллективом в свой выходной день. Стоят на страже безопасности жителей и с ними же облагораживают город. Сотрудники городского центра гражданской защиты на субботнике почти полным составом. Если мы не приберем, то кто? Мы живем на этой планете. Сами мусорим, сами прибираем. Правда, чисто не там, где они мусорят, там где убирают, а где не мусорят, но наше это время пока приходится делать так. Убирать и потом поддерживать эту чистоту в течение дня. Одними коммунальными службами, которые работают, наверное, не справятся. Присоединился к субботнику и глава Архангельска Дмитрий Морев. За нами стоит дом, где у нас живут престарелые, одинокие люди, поэтому мы решили, что было бы правильно выбрать эту территорию и их поддержать, и прибрать территорию для них, для наших пенсионеров. К всероссийской акции присоединились и сотрудники ТРК «Титан-Арена». Участие в социальных проектах по облагораживанию города уже стали их визитной карточкой. Субботник у работников центра получился с размахом. Даже привлекли несколько единиц техники. Мы, как и вся Россия, присоединились к субботнику всероссийскому. Но в нашем холдинге это уже второй день. Вчера наши коллеги делали субботничек Чумбаровка, парк убрали. А сегодня вот мы, кто сменами работает, присоединились и продолжаем наш субботник. С каждым годом субботники в Архангельске становятся масштабнее, а неравнодушных северян становится больше. Добрая традиция дает свои плоды. Реализуются новые различные эко-инициативы, такие как экологический двухмесячник, экомобиль или командные соревнования «Чистые игры». Аким Самедов, Светлана Михеевская, Регион 29.